Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Stretch Builder. Сегодня воскресенье. А что значит воскресенье? Ну, это последний день выходного, день, когда нужно делать домашнее задание, день, когда нужно грустить, что выходные снова подошли к концу. Ну, а также день, когда выходит новый видос про то, что мы с вами разбираемся, когда выйдет обновление. И давайте же начнем с самого важного. Когда же может выйти обновление? Помните, я вам говорил, что возможно обновление выйдет где-то в начале ноября. И оно так, скорее всего, и есть, потому что, как мы помним, Хэллоуин у нас стартует 31 октября. И, скорее всего, он в этот день будет залито обновление. Либо же в процессе самого Хэллоуина, то есть на протяжении одной недели. Но, как мы знаем, официального заявления никакого не было, но... Все мы знаем, что, скорее всего, так и будет, потому что смысл пропускать разработчикам такой глобальный праздник, поэтому явно обновление будет закрыто в хэллоуиновский промежуток. Что узнали на протяжении этой недели? Ну, в принципе, каких-то глобальных заявлений от разработчиков этой игры я не смог найти. Все, что я смог найти, это то, что будет добавлено 30 новых автомобилей. Каких не уточняется, там написано даже больше 30. Ну а также, что Егор создал пост с просьбой понакидать музыки, собственно, чтобы добавить ее в игру. И это очень круто, что они выслушивают мнение игроков. Это очень важно, когда основатель, разработчики коммуницируют с самими игроками, выслушают их мнение. Это очень хорошее качество для самих разработчиков, и многим проектам следует взять с этого пример. Также немножко расскажу вам про мою ситуацию, а именно, чем я вообще занимался и почему ролики вышли только в субботу. Все очень просто. Я уже вам говорил в первом ролике в субботу, что я просто-напросто устал, и мне нужно было отдохнуть. Я занимался своим другим проектом. Снова напомню, это не КРМП, не САМП, и вообще проект в глобальном плане, то есть то, что я делаю. И скажу, что это я буду также снимать на своем канале. Вам интересно, что это? Ну, я пока вам сказать не могу, потому что это все очень сыро, и если я вам сейчас это покажу, вы можете меня неправильно понять. И уже как бы ажиотажа такого не будет. Как уже будет какие-никакие наработки вот этого всего, я уже вам сам об этом все объявлю. И вы также сможете в этом принять участие. Совсем без проблем. Так, ну в принципе на этом вся информация, которую я смог добыть за эту неделю касательно этого проекта SmartRP. Спасибо, что снова посмотрел мой ролик. Напомню, ты лучший, ты смотришь мои ролики без перемотки. Так и таким людям, как ты, большое уважение. С вами был Stretch Builder. Всем удачи и пока. Но также не забывайте, что я играю только на проекте Smart Roleplay. Начинайте играть вместе со мной, скачивайте лаунчер либо же с Play Market, либо же с официального сайта и заходите на 03 сервер. После того, как вы зашли, вводите мой промокод Stretch в планшете и вы получите 50 000 при достижении 3-го игрового уровня.